Воскресенье в Самарской области облачно с прояснениями, плюс 28 днем, ночью 18 выше нуля. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. В Сызрани переменная облачность, небольшой дождь. В дневное время плюс 30, ночью плюс 19. Ветер южный 4,8 метра в секунду. В Тольятти переменная облачность, днем плюс 29, ночью плюс 20 градусов. Юго-западный ветер 6,8 метра в секунду. В Самаре переменная облачность, днем плюс 29, ночью 19 с плюсом. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Температура воды в реке Волга плюс 17 градусов. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.